Изъятые из незаконного оборота наркотики привезли на одно из предприятий Рязани. Процедура уничтожения проводится межведомственной комиссией ежеквартально. В этот раз партии весом 114 килограммов. Это героин, синтетические наркотики новых видов, амфетамин, марихуана, гашиш и маковая солома. В 2018-2019 годах данные препараты были изъяты сотрудниками полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий у лиц, которые занимались различными видами преступной деятельности – поставками, сбытом, изготовлением и хранением наркотиков, а также содержанием наркопритонов. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, уничтоженные наркотики являлись вещественными доказательствами по 173 уголовным делам. В результате рассмотрения этих дел суды Рязанской области назначили различные виды наказания 181 человеку. Денис Лева, телекомпания «Город».